Привет подвохам, а также зрителям нашего YouTube канала. Меня зовут Александр, я представитель компании Marlin. Хочу представить новинки от компании Marlin. Это три совершенно новых ножа для подводной охоты и дайвинга. Стропорез, стилет, абордаж. Сегодня мы поговорим о них. Содержимое коробки. В коробке мы находим ремешки, сам нож в ножнах. Поговорим в первую очередь о ремешках. Ремешки выполнены из качественной резины. Длина ремешков составляет порядка 51 сантиметра, что позволяет закрепить их на голени, на руке. Ремешок имеет марсельскую пряжку, которая также позволяет надежно использовать его. Здесь можно вставить. Довольно качественная резина, очень толстая. Толщина резины порядка 2,5 мм. Ширина мы измеряли 18-19 мм ширина. Вот. Ну и длина самого ремешка 51 сантиметр. Ножны. Ножны у нас пластиковые. Пластиковые ножны имеют два крепления под ремешки, фиксаторы для надежного крепления ножа в ножнах. Вот. Ну, также название Marlin и самого названия ножа стропорез. Конкретно на этой модели. Пришло время поговорить о лезвии. Лезвие этого ножа — это цельнометаллическая пластина, которая проходит через ручку и крепится металлическим набалдажником. Я думаю, это оценят дайверы. Вот, он как раз послужит им для подачи звуковых сигналов, ударяя наконечником о баллон. Нож. Нож имеет рукоять, позаимствованную у предшественников ножа. Она такая же эргономична. Подпальцевые выемки имеет импровизированную гарду, что позволяет держать этот нож в любой перчатке, любой толщины, работать с этим ножом жестко, что гарда не позволит соскочить вашим рукам на лезвие, потом это будет очень опасно. Одно из главных преимуществ ножей компании Marlin — это надежная фиксация в ножнах за счет двух клавиш, а также ответных планок на ножнах. Как это все происходит? Ответные планки имеют крючкообразные зацепы. Эти зацепы попадают в импровизированную нашу гарду и надежно цепляются за клавиши. Для того, чтобы открыть этот нож, для того, чтобы достать нож и из ножен их вынуть, нам необходимо сделать движение только двумя пальцами, что позволит легко освободить нож от ножен. Нож почему надежен и почему вы маловероятно сможете его утерять, зацепившись от траву, о камыши. Потому что при нажатии одной клавиши нож не может высвободиться из ножных. Также при нажатии второй клавиши это нереально сделать. Только при нажатии двумя пальцами нож может достаться из ножных. Как бы самая главная черта — надежность.